Всем привет! С вами Прия. Сегодня вскрываем легендарочку на шамана, и перед тем, как ее вскрыть, скажу о результатах голосования, то, что вы там надумали касательно того, что упадет мне для шамана из легендарок. Итак, там оставалось всего лишь 7 легендарок мне на рестор шамана. После вскрытия этой легендарки останется всего лишь 6 конкретно на рестора. На самом деле весьма быстро собираются, я доволен. Итак, за придаст проголосовало 25% человек, за нагрудник 45% людей, за запястье 7, за перчатки 6, за пояс 2%, за ноги 6 и за кольцо 9. Посмотрим, на самом деле, что сейчас упадет. Добыча для специализации, исцеления. Поехали. Придаст? Не, ну а почему бы и нет на самом-то деле? За придаст проголосовало 25% людей, то есть можно сказать четверть. Четверть людей были правы касательно этого. Ну, теперь нужно подумать касательно легендарок. Что для меня будет лучше оставить при текущем наборе. Ну окей. Надо это дело обдумать. Посещайте стримы, ВК-группу, участвуйте в голосованиях. Следующее вскрытие легендарочки будет на охотника. Уже переслано по почте и ждет, так сказать, своего вскрытия. Ну, вот. Также запущу голосование в ВК-группе и сможете проверить свои экстрасенсорные способности. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте вступать в гильдию, в которой проходят еженедельные рейды в нормал. Можете вступать как твинками, как одетыми, так и не одетыми. До скорого, не болейте.